Говорит этот спрашивающий шейх, каково постановление в том, чтобы не верить предсказателям, гадалкам, шарлатанам, и каково постановление в отношении человека, который берет от них некоторые листочки с записями и нечто подобное? Мы просим у Аллаха благополучия. Не дозволяется идти к ним вообще, не говоря уже о неверии в них. Даже один раз не дозволено идти к предсказателям, гадалкам и шарлатанам и спрашивать у них. Потому что это уничтожает акиду, вероубеждение, и заводит ширк многобожие. И мы прибегаем от этого. Они посягают на сокровенные знания. И тот, кто утверждает сокровенные знания, тот не уверовал. И такой поверил им, стал соучастником в этом. Сказал саллаллаху алейхи вассалям, кто пришел к предсказателю и поверил ему в то, что он говорит, он не уверовал в то, что не спослан Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. В другом хадисе, сказал саллаллаху алейхи вассалям, кто пришел к предсказателю, то не примет его молитву в течение 40 дней, передал этот хадис Муслим, является обязательным держаться подальше от предсказателей, гадалок, шарлатанов, астрологов и беречь правильную акиду, вероубеждение, и полагаться только на Аллаха Всемогущего Великого в том, что он желает, хочет и чего опасается. Пусть уповает на Аллаха и полагается на него, причисто он возвышен. Да.